Севастополь, 1 июня, РИА Новости, Федор Дмитриев. Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик заявил РИА Новости, что украинские флаги над Севастополем – это прошлое, по которому в городе не льют слезы, а украинские корабли в севастопольских бухтах – это незваные гости, которым отказано в посещении. Ранее сообщалось, что президент Украины Петр Порошенко, поздравляя личный состав ВМС Украины с профессиональным праздником, заявил, что в Севастополе вновь будут подняты украинские флаги. В интервью РИА Новости Дмитрий Белик заявил, что фраза «украинский Севастополь» – это некий имплант, вживленный в мозг Порошенко, прямо какое-то душевное расстройство. Президент целой страны бегает с национальным флагом и не знает, как его водрузить над Севастополем. Украинское прошлое нашего города – это перевернутая страница истории, мы ее помним, но возвращаться к ней не хотим. Маниакальное желание официального Киева украинизировать российский Севастополь воспринимаются населением как неудачные шутки старого клоуна, которого выгнали из цирка за профнепригодность. А навязать нам силой же автоблокитный прапор, селенок не хватит, подытожил депутат. Подробнее о новостях Крыма на черемия.ria.ru.